Слушай, а далеко находится твой клуб по Вархаммеру? А то мы идем уже целых 3 часа. Через 5 минут дойдем. Ты же 3 часа назад сказал, что через 5 минут дойдем. Слушай, а связывать девушку и вести ее в клуб – это тоже ваш тайный обычай настойщиков? Хорош угорать. Не, мне, конечно, это стит. Но зачем вот такие прям меры? Я без понятия. Вот придешь и сама их там и расспросишь обо всем. Шевелись, женщина. Нас ждут бои. Все равно я не понимаю вашей всей любви к этим настойным армиям. В чем это смысл? Тратите время и деньги на эти миниатюрки, когда могли бы сводить девушку в свидание, например. Можешь сказать, а девушек у вас в этом клубе много? Еще ни одна женская нога не переступала чертоги нашего клуба. Никто не обсуждает личную жизнь? Не-а. Что, ни разу? Никогда. Мы верны лишь Богу Императору. Но кто-то у вас там точно любитель по собакам, так? Наверняка это те любители космоволков. Да, неудивительно, что у вас нет девушек. Да сдались мне ваши отношения. Ты тратишь такие деньги на каких-то пластиковых солдатиков. А мог бы меня Макдональдс сводить. Он теперь вкусная точка. Без разницы, все равно ты меня туда не отведешь. Там за один обед я могу себе набор красок купить. Нет, ты только послушай себя. Потратить 10 лет своей жизни и столько денег на каких-то пластиковых солдатиков. Это ангелы императора и защитник человечества. Те что, девушки не нравятся? Нравятся они мне. Но по сути ты с ними не разговариваешь. Да о чем с ними говорить, если они именно примархов даже не знают. Вместо нормальной жизни ты выбрал путь какого-то обычного задрота. У меня нормальная жизнь. И не представляешь ту боль императора, когда его сыновья его предали. Когда Магнус прорвал вот через врата. Ты несешь какую-то тарабарщину своими странными английскими именами. Ты мог машину себе уже купить за потраченные деньги на миниатюры. Вархаммер — это не только миниатюры. Это жизнь. Ты узнаешь историю, узнаешь разные интересные факты. Алиман раз, жопошник. Угу. Лимон раз жопошник, сколько раз я ей говорил, не жопошник он. На кой черт пацаны ее вообще попросили привезти?